Но я считаю, этот турнир прошел немного лучше, чем в прошлый, чем первый турнир. Понравилась организация, то есть и проведение, и качество боев мне понравилось. Спортсмены как раз были достойные уже красивых боев, то есть интересные. Была конкуренция здоровая. Все остались, как я вижу, довольны, то есть я доволен турниром. Может быть, если все получится, на следующий год сделаем международный турнир. Есть уже предложение там привести на следующий год команду из Турции. Да. Поэтому я думаю, что будем только рады. Отдельно хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в проведении турнира, спонсоров, организаторов. Union Box Promotion, ДСА Юрия Георгиевича Рубана. Организатора хотел бы поблагодарить Александра Борисовича Лепина, который сейчас к нам присоединяется. Он очень много сделал для организации этого турнира. Толкал, можно сказать, спину для проведения. И район тоже хорошо помог. Окликнули все, приехали на открытие турнира. Я очень доволен.